ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем играть с монахиней в реальной жизни. Правила простые, нужно собрать 5 предметов, найти их в течение времени и не попасться монахине на глаза, то есть, чтобы она нас не засекла и не убила. Все как в настоящей игре. Ну а мы начинаем. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И сейчас... Давай назад, Дим. Давай назад. И сейчас монахиня уже у нас дома. Она здесь? Я вижу, да. Сейчас, пойдем. Она сейчас зашла в комнату, вот... Ты видишь? Видишь, она ходит там, тень ее ходит. Ребята, мы сейчас видим, как монахиня ходит вот здесь, в этой комнате, рядом с нами. Она за дверью. Я вижу какой-то листок, Дим. Листок. Это листок, походу, она есть. Самое первое, ребята, мы должны были найти карту, и мы ее нашли. Давайте разберемся, что нам предстоит искать сегодня. Что там на карте? Итак, смотрим. Блин, я не понимаю, это просто жесть, ребят. Это просто жесть. Здесь какие-то странные вещи. Я не знаю, это нога. Это нога. Какая-то нога. Человеческая нога? Еще одна нога. Ну, похоже, да, на человеческую ногу, только как-то странно. Вот здесь какие-то кружочки. Давай, быстрее. Рука. Голова куклы. Голова куклы. Это кукла. Расчлененная кукла. Погоди, а сколько получается? Две ноги, две руки и голова. Получается 6 предметов. Ребят, это просто жесть. Получается, что вообще ничего не понятно на этой карте. Что здесь нарисовано? Просто трэш. Так, ладно, давай разбираться потихоньку. Нет, две ноги, две руки. Две руки и... Походу, это туловище. Вообще ничего не понятно. Это просто жесть. Ну, понятно, это просто жесть какая-то. Я не знаю, что нам предстоит искать. Расчлененную куклу, что ли? Ребят, ладно, у нас времени совсем... Она идет. Закрыть дверь. Быстрее. Я так думаю, что нужно поискать в этой комнате. В этой комнате должно быть что-то уже здесь. Пока мы были там, здесь уже что-то должно было появиться. Она что-то здесь должна спрятать. Или ногу, или руку, или туловище. Ребята, посмотрите, пожалуйста, везде. Везде посмотрите, видите ли вы что-нибудь или нет. Я не знаю, где искать. Слушай, здесь вот... Здесь ничего нет. Давай за телевизором, посмотри за телевизором. За телевизором? Нет, тут тоже ничего нет. Пусто. За телевизором ничего нет. Блин. Дим. Это что такое? Что там? Походу, это предмет. Нога. Нога куклы. Так, ты нашла ногу? Да, я нашла ногу. Походу, короче, нужно искать вот части тела от этой куклы. Но здесь какая-то бумажка. Я не знаю, что это за бумага здесь. Там тут что-то написано, да. Я не знаю, что тут что-то написано. Непонятно что. Не пойму. Я не понимаю. Погоди. Что там написано? Нет, что-то собери меня. Собери меня. И здесь написано «собери меня». Мы должны собрать куклу. Полностью куклу. И это и есть наше задание. Давай посмотрим, что делает монахиня. Thank you.
Она ушла на кухню, у нас есть шанс исследовать коридор. Монахиня здесь. Нам нужно искать в коридоре. Дима, смотри, все везде. Где, где может быть? Это что? Ну что это похоже? Офигеть! Офигеть! Она идет! Скорее! Скорее, скорее, скорее сюда! Офигеть просто! Это туловище от этой куклы. Но я не понимаю, тут торчит какая-то... Что-то торчит сверху. Похожие на волосы, Дим. Это просто похоже. Жесть, ребят, это волосы. Слушай, это вообще реально... Волосы? Эта кукла была заговорена на кого-то. А цвет не похож на мой волос? Похож. Блин, чё задумала эта монахиня? Офигеть просто! Зачем-то волосы. Хорошо, значит, они нужны. Так, это получается у нас правая нога. Давай дальше посмотрим, что делает монахиня. Куда она пошла? Ушла, она чуть нас не увидела. Если бы она нас увидела, мы бы просто провалили бы это задание. Она ушла. Она что-то делала здесь, вот в этом углу. Что-то делала, что-то здесь должно быть. Подожди, надо посмотреть везде наверху. А что здесь? Внутри. Она пустая? Ее можно открыть? Не знаю. Это вытяжка. Черт! Как она выключается? Что происходит? Она нас услышит. Ой, господи! Это что? Голова! Быстрее! Надо быть аккуратным. Где она? Я не вижу ее пока. Не вижу, не вижу. Она в детской. Походу там следующее. Давай скорее сюда. Сюда. Блин, я так испугалась, когда она вывалилась оттуда, с этой, с вытяжки просто. А с каждым днем задание становится все сложнее и сложнее. Этот квест, я не знаю, просто они в такие места прячут, что невозможно даже найти. Так, одна нога, туловище, голова. Нужны руки и еще одна нога. Быстрее, быстрее, времени смотри, совсем мало. Ну, что-то есть. Где? В голове? Еще одна записка, ты прав. Там еще записка. Боже, она такая противная, она мокрая. Боже мой, что это? Фу, фу, она мокрая, Дим. Подожди, а в туловище тоже есть? И в туловище, здесь везде подсказки. Везде подсказки. Может быть, здесь подскажут нам, где искать остальные части тела. Умри, черт! Нет, это не подсказки, это угрозы какие-то. Это какие-то угрозы. Я не могу это открыть, это все, это испортилось. Я не знаю, что там было. Может быть, это подсказка. Но теперь нам нужно как-то что без подсказок делать с нами. О, меня реально все трясет. Мне так страшно вообще никогда не было давно. А, так, погоди. Посмотри, так, где она? Где монахиня? Что она делает? В коридоре ее нет. В коридоре ее нет. А где она? Я не знаю. Наверное, она в одной из этих комнат. На кухне ее нет. Я бы видел ее тень. Смотри. Я не знаю. Самые потайные места. Что-то
Я не знаю, нужно везде все конкретно посмотреть. Надо тише вести себя. Слушай, мне кажется, или этот светильник приоткрыт. Надо проверить. Ну что там есть? Тут что-то как-то... Я не вижу. Ай! Черт! Тише, тише. Да, я что-то нащупала. О, Боже. Черт. Черт. Никак не достану, не получается. Рука. А, бежим, она выходит. Боже, мы почти все собрали. Нам еще осталась одна рука и одна нога. Дим, есть какие-то предположения? Подожди, а в этой руке подсказки нет? Нет, в руке нет подсказки. Походу, еще остальные две запчасти, они в той, в маленькой комнате. Нужно дождаться, когда она выйдет оттуда. Она должна выйти. Смотреть. Будем следить, будем ждать. Только тише, если она нас услышит... Она, я не знаю, может быть, я не знаю, какие у нее свойства. Может быть, она сможет нас заморозить или что-то. Дим, у нее в руках какая-то тара, она что-то готовит. Что она хочет? Я не знаю. Там какая-то жидкость. Она что-то готовит, какие-то заклинания. Она хочет. Я думала, нам только 5 вещей найти нужно. Что она готовит? По-моему, она пошла на кухню. Давай быстро в детскую. Давай скорее. Итак, быстро ищем здесь то, что нам нужно. Запчасти от этой куклы. Где они могут быть? Так, самые-самые-самые места, куда можно спрятать на шифоньер. Черт. Нет. Так, здесь что-то было. А! Нога. Здесь нога. Мы отыскали ногу. Еще одна запчасть должна быть где-то здесь. Часть тела еще где можно спрятать? Не знаю. Тут куча, куча игрушек. Я не знаю, где конкретно искать. Смотрите. Боже мой, я не знаю. Так, а это что? О, Боже. Что там? Там есть? Да, рука. Так, все, мы все нашли. Теперь нужно собрать. Нужно собрать. Бежим. Собрать эту куклу точно, и должно все закончиться. Итак, ребята, мы собрали полностью 5 предметов с этой карты, и сейчас мы проверим, ушла ли монахиня из нашего дома. Она ходит, она еще здесь. Что мы не сделали? Я не знаю. Может быть, ей надо отдать куклу? Давай вернем ей куклу. Давай попробуем. Сейчас я брошу. Открывай дверь. Дим. Что произошло? Смотри,
А где кукла? Я бросила сюда куклу. Кукла исчезла и разлилась вот это. Что это такое? Я такого никогда не видела. Что? Кровь? Я не знаю, что это. Но это сделала она. Это сделала монахиня в реальной жизни. Мы прошли игру, она забрала куклу и оставила кровавое пятно в нашем доме. Ребят, если вам понравилось, как мы прошли этот мистический квест, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч. Пока.